среду в Самарской области облачно с прояснениями, плюс 27 днем, ночью 20 выше нуля. Ветер северный 4-6 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, в дневное время плюс 26, ночью плюс 19. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, днем плюс 26, ночью плюс 18 градусов. Северный ветер 3-7 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, днем плюс 25, ночью 18 с плюсом. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Температура воды в реке Волга плюс 19 градусов. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.